Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» мы поговорим о том, как взять кредит онлайн. Если вы хотите взять кредит, не выходя из дома, то существует очень много самых разных предложений от самых разных банков. Ну и достаточно просто написать в поисковой строке «взять кредит онлайн», и вы увидите просто сотни различных предложений от самых разных банков. От самых крупных до самых мелких, порой даже неизвестных. И вы можете выбирать все, что вам угодно. Но, конечно же, лучше всего выбирать более-менее известные и надежные банки. И это, конечно, будет для вас намного лучше и безопаснее. Но если вы не знаете какого-то определенного банка, то вы можете выбирать абсолютно любой, какой вам понадобится. В принципе, алгоритм взятия кредита онлайн везде одинаковый. Независимо от банка, если вы хотите оформить кредит, вам необходимо будет заполнить анкету. Как правило, эта анкета стандартная, состоит она из нескольких этапов, из нескольких шагов. Некоторые банки сначала потребуют с вас подтвердить номер телефона, например, написать номер телефона и почту. Некоторые банки просто предлагают вам сразу полностью заполнить всю анкету. Это, конечно же, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место вашего проживания, место регистрации, постоянное место жительства. Далее, конечно же, оформляете, заполняете ваши паспортные данные. Также заполняете ваше место работы, сколько вы работаете на последнем месте, где вы работаете, какая у вас заработная плата. Заполняете контактные данные, то есть какие-то дополнительные номера, как с вами можно связаться. Некоторые банки, ну сейчас, конечно, большинство именно крупных банков могут запросить, например, пароль от госуслуг. То есть сейчас через госуслуги банк может получить всю информацию о вас. То есть сколько вы, например, выплачиваете налогов, где вы сейчас работаете и так далее. Это, кстати, намного удобнее. И если вы предоставляете доступ к госуслугам, то в этом случае рассматривается заявка намного быстрее. Но если рассматривать именно стандартный способ, то здесь вы заполняете заявку и отправляете ее на рассмотрение. После этого, как правило, с вами связывается специалист, возможно, задает вам уточняющие вопросы, а иногда сразу уже приходит либо положительный ответ, либо отрицательный. Также сейчас во многих банках есть возможность получать карту не в отделениях банка, да, а получать кредит сразу на карту. Возможно, на какую-то вашу карту, либо же банк выпускает свою дебетовую карту, начисляет деньги туда и приносит вам домой с курьером. Ну, здесь, опять же, судить очень сложно, потому что банков огромное количество и в каждом банке свои условия. Но взять кредит онлайн, не выходя из дома, сейчас это нормально. Вещи, да, это в порядке вещей, никого этим не удивишь, и вы можете это сделать в самые кратчайшие сроки. Ну, а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала «Банковский». Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!